Когда я поставил вашу песню «Ночных снайперов», я просто настолько улетел от прекрасного русского языка и от какой-то глубины текста. Но это на самом деле именно спасибо родителям. Мама журналист, но больше, чем отец. У тебя же филфак еще за плечами. Филфак, да. Но я говорю, что я не филолог, я лингвист. Я больше все-таки по языку. Хотя литературу очень люблю. Я услышал, это так было контрастно со всем тем русскоязычным, что я не мог не сказать об этом в эфире. Я сказал, что как здорово, что у нас в эфире появилась такая группа с таким прекрасным, интеллигентным русским языком. И с такими текстами. И буквально через 5 минут телефонистка мне звонит в студию, говорит, вас Диана Арбенина, будете говорить? Я, ну, конечно. А я не знал, кто ты. Я помню, беру трубку, и там твой голос. Ты сказала мне, как здорово, что на радио работают такие интеллигентные ведущие.